Ну, ожидаемо, потому что некоторые действия, которые он совершил там или не совершил, не знаю, но, по крайней мере, нам так кажется, что он совершил, они должны были покараться, даже не обязательно главным человеком в этой стране, может быть, другим. У него вообще врагов много было, насколько я знаю. Ну, по-перше, мы не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Що касається цієї авіаційної катастрофи, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы.